По общероссийским нормам для каждого ребенка отказника государство выделяет средства, которых хватает только на 3 подгузника в день. При норме 8 подгузников. Исправить ситуацию решили волонтеры благотворительной организации «Байкальское солнышко» и фонда Александра Битарова. Они организовали акцию «Марафон 30 тысяч» и в течение 2 дней собрали годовой запас подгузников и 80 тысяч рублей пожертвований. Все памперсы, которые собраны в результате нашей акции, то есть это уже более 22 тысяч, собраны именно жителями города Иркутска. То есть неравнодушных людей у нас на самом деле много, и теперь нам необходимо все наши усилия направить именно в сферу грамотной профилактики социального сиротства, сделать так, чтобы дети все жили в семьях. Месячный запас подгузников волонтеры передали в Ивано-Матрёнинскую больницу, а вместе с ними денежный сертификат от строительной компании «Новый город» на приобретение необходимых вещей. Доброе сердце человека очень быстро реагирует на подобную акцию, на подобное предложение. Я просто уверен, что если мы это будем озвучивать чаще и работать вместе, мы просто-напросто в итоге получим гораздо меньше вот таких детей-отказников, и дети будут в семьях. За 5 лет больница ни разу не покупала памперсов. И это о чем-то говорит. Это говорит о неравнодушии людей, которые помогают больнице, помогают детям, помогают городу. В ближайшее время благотворительные фонды начнут реализацию еще 2 региональных программ по профилактике сиротства. Анастасия Зверькова, Александр Мокин. Новости сейчас.